Итак, дорогие друзья, утро доброе. Планирую сделать сейчас свое любимое блюдо. Это яичница с помидорами и с салом. Ну, вот кофе-турочка тоже. И все это с таким вот видом на море, на наш палаточный город. Сегодня ветреная погода. Для серферов самое то. Вот я и залил яйцо. Вот так, собственно, уже будет выглядеть практически в готовом виде моя яичница. С базиликом, с зеленью, с луком, с укропчиком. Ну, на мой взгляд, это одно из супер наслаждений. Ну и щепотка крупной соли еще. Вот лайфхак. Поскольку яичница начала подгорать, мы ее просто разбили и сделали ее как ваша любимая шакшуша. Вот очень даже вкусно. Как вкусно есть яичницу в горячем лаваше. Да-да, вы не ошиблись. Мы еще и пожарили отдельный лаваш на костре. Сделали его таким приятным, хрустящим. И положили на него яичницу шакшушу нашу с салом и прекрасной зеленью, а также великолепными бакинскими помидорами. Итак, Наталья принялась за сборку черники. Вокруг нас палаточный город. Собиратели черники. Здесь все собрались для того, чтобы собрать ягоды. Наталья, как тебе ягоды, которые ты собираешь? Прекрасные. Поспели. Мелкие-мелкие. Трудно собирать, да? Очень, она такая мелкая. И, конечно, не голубика. Да. Каша. Сегодня мастер-класс для детей. Я сейчас буду делать в африканском стиле, раскрашивать дерево. Вот. Сидите, собрались, все в сборе. Творческая работа такая. Я был на мастер-классе и делал вот такую вазу. Я занял 3-е место за очень хорошую работу. Вот для тех, кто боится остаться в палатке без розетки, есть такое местечко, называется зарядка. И все сюда вот приносят свои гаджеты, заряжают здесь. Кому не хватает места, есть вот там вот в столовой зоне еще одно зарядное место. Так что без электричества никто не останется. А вечером путь освещает такие вот прекрасные огонечки. Если бы не пятница вечер.